Фундаментальные социальные реформы, реализованные на основании поручений президента Ильхама Алиева, обеспечили значительный прогресс в социальном развитии Азербайджана за последние годы. Одним из серьезных достижений в сфере социальных реформ является создание агентства и центра ДОСТ. Меры, реализуемые в социальной сфере, в том числе через центры ДОСТ, в поствоенный период демонстрируют социально ориентированную политику государства. Обеспечение доступа к различным государственным услугам и повышение прозрачности в отношениях между гражданами и чиновниками является одним из основных направлений, проводимой в Азербайджане политики. С этой целью в последние годы в стране были проведены ряд реформ и созданы институциональные структуры, одним из которых является Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения. Агентство ДОСТ и 5 одноименных центров с успехом выполняют возложенную на них миссию. Созданная по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой концепция ДОСТ является новым брендом Азербайджана и служит примером для зарубежных стран. На сегодняшний день 4 страны проявили интерес в изучении опыта и модели ДОСТ. Эти страны — Румыния, Молдова, Сербия и Российская Федерация. Эти 4 страны на данный момент ведут с нами переговоры. С некоторыми странами уже мы подготовили специальные планы по реализации наших перспективных планов по передаче опыта модели ДОСТ. Представители 18 стран посетили наши центры в разное время в течение этого года. И основной интерес вызывала цифровизация наших услуг, подготовка новых стандартов по предоставлению услуг, подготовка процессов и процедур по предоставлению услуг, паспортизация услуг, работа с волонтерами в рамках обеспечения граждан услугами социальной защиты и занятости. Концепция ДОСТ положила начало качественно новому этапу в сфере оказания социальных услуг населению и способствовала существенному изменению в данной области в соответствии с современными требованиями и на основе инноваций. Основные принципы деятельности центров ДОСТ – это, естественно, предоставление качественных услуг, уменьшение либо полная элиминация бюрократических преград в области предоставления услуг, борьба с коррупцией в этом направлении и полная транспарентность в области предоставления услуг для граждан в направлении социального обеспечения, занятости и трудовых отношений. Агентство ДОСТ, созданное указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 9 августа 2018 года, в настоящее время оказывает 154 услуги по 12 направлениям в сферах занятости, труда, инвалидности и социальной защиты. С данного пользования до сегодняшнего дня в центрах ДОСТ были оказаны услуги более чем миллиона человек. В настоящее время ведутся работы по открытию центров ДОСТ и на освобожденных от оккупации территориях. Разработали специальную программу ДОСТ Карабах, и в данном случае в рамках данной программы в этом году реализовали новую концепцию под названием Smart ДОСТ, умный ДОСТ. Данная концепция подразумевает предоставление услуг посредством онлайн-ресурсов. Мы планируем также распространить данную концепцию и на другие населенные пункты, находящиеся на освобожденных территориях. Что касается перечня предоставляемых там государственных услуг, то их довольно много. К примеру, по принципу единого окна там можно воспользоваться каждым из 154 разных видов услуг в области занятости, труда, инвалидности и социальной защиты. Принцип единого окна позволяет экономить время и не тратить его на долгое ожидание подготовки документов, которые можно оформить прямо там же. То есть мы на сегодняшний день создали 5 независимых каналов предоставления услуг. Эти каналы охватывают как живое общение, живое посещение наших центров, также онлайн-услуги. Одновременно мы оказываем мобильные услуги, то есть данные услуги в основном оказываются гражданам со статусом инвалидности, то есть эти услуги в основном услуги на дому. И у нас самое главное, также мы оказываем услуги посредством нашего колл-центра. И на сегодняшний день мы
посредством нашего колл-центра обслужили почти 1 548 000 граждан. Агентство является новым брендом Азербайджана в области оказания государственных социальных услуг. За прошедший период 2022 года азербайджанский бренд «Дост» был удостоен 5 международных наград. Нармина Ханбабаева, Меджавид Эминоглу, CBC.